Леди, ты вот так выпрашиваешь на улице, да? Ложится передо мной и начинает меня сверлить своими глазами. Я знаю, что пора уже скоро. Еще полчаса и пойдем. Договорились? Умница. Лежит как в засаде. Всем привет. Снимаю под дождем. Идет дождь. Мы с Леди вышли погулять. И идем сегодня в двух шагах от дома. Вон там высотный дом. За ним стоит наш. Вот мы прошли по этой аллее от дома до остановки трамвайной. И сейчас идем обратно. Леди по такой погоде. Дождь. Она его очень не любит. Еле-еле бежит, еле-еле двигается. И поэтому я никуда сейчас не поехал даже с ней. Вот дождь льет прямо на телефон. Сейчас по-быстрому немного сниму по такой погоде. Ну, это тоже прогулка. Я полностью одет в капюшоне, в куртке, чтобы не промокнуть. Ну, вернее, как куртка-то все уже мокрая вся. Но гулять надо. Слышали, наверное, сейчас, да, петухи орут? Это вот здесь вот турецкая пекарня будет. Ну, вернее, она уже там есть. И там кто-то просто курей выращивает. И у нас там живет большой друг. Подождал, пока трамвай проедет. У нас там большой друг. Порода кангал. Турецкая. Но здоровенный такой. Я уже рассказывал в каком-то из видео. И вот Леди с ним играет. Постоянно, когда встречаются. Вот она даже реально по лужам даже не хочет ходить. Она идет чисто по сухим местам. Без лужи. Хочу просто, чтобы она сходила в туалет. Если не сходит, то на вечер. Короче, вот это вот место, это именно там, где мы ходим гулять вечером, в основном всегда. Потому что недалеко от дома и, в принципе, немного хоть освещается. Вот, и утром еще есть одно место, вот так вот, туда прямо и направо, по дороге в милицейскую школу. Там тоже есть небольшая аллейка. Там тоже можно погулять. И все, в принципе. Здесь, кстати, трамвайное депо. Вот, Леди, по-моему, ищет место, где в туалет сходить. Леди, ты как в той песне? По шпалам, по шпалам, опять по шпалам, домой. Иду по привычке, или как там, блин, что-то я все, по-моему, перепутал все слова. Та-т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 а
Индейцы. Точно какие-то индейцы. Ну вот. Следующее видео буду снимать где-нибудь уже в сухом месте. Гуляем на следующий день. Вчера был дождь. Сегодня сейчас только пошел снег, сейчас перестал опять. Только включил телефон и сразу перестал. Блять, пойдем. Гуляем по старым местам. На новые места не ездим из-за плохой погоды. В такую погоду приедешь, слякоть, пасмурно, дождь или снег. Ну и, соответственно, такое же видео будет.
без настроения. Охота, конечно, снять что-то веселое, теплое. Нет. Смотрите, кто-то свистнул там. Какие-то работники работают вдали. Кто-то свистнул, на свисток откликнула сразу такая, раз, уши навострила. Петь. Хозяин, ты здесь, ты что? Что? Пойдем. Пойдем вперед. Леди потихонечку приходит в себя эти все дни. Хоть я и снял видео, там уже были какие-то улучшения, но потом раз опять же на следующий день опять у нее никакого аппетита. Ходит вялая такая, еле-еле. Сегодня с утра жена на первой прогулке на утрешней говорит сразу, что ну кушает нормально, берет из рук еду нормально, уже лучше намного, чем раньше, чем эти дни. Сейчас я тоже покидал ей кольцо, побегала, она попрыгала. В принципе, все нормально пока. Будем смотреть дальше. Иди вперед, иди. О, мусор опять. Гуляй, Ледька, гуляй. Сейчас говорю ей гуляй, а она побежала в сторону машины. Все, вот не любит собака вот такую погоду, реально. На мой, по-моему, вот опыт, это первый раз я такую вообще собаку вижу, чтобы она убегала от снега или от дождя. Но от снега нет, а вот именно вот такой мокрой погоды. Пойдем, блядь. Все, прямо в сторону машины смотрит и все. Ей вообще ничего не надо. Снежок чуть-чуть идет буквально вообще. Не валит, ни дождь, ничего, а вот все, ей не нужно это. Ты квартирная собака, что ли, или что, мадемуазель? Как есть, блин, сибиряки комнатные, так и собаки, что ли, такие же, или что? Ну, нормально так сейчас идет. Вот такая вот погода. Всем привет! Вы смотрите продолжение видео, где была плохая погода. На сегодня ветер, но хоть дождя нету. Хочу поснимать сегодня. Гуляем на том же месте, где уже пару раз гуляли. Вот там стоят такие контейнеры. Они жилые. Что вы думаете это? Что вы думаете, это такое? Не вот этот синий, он там, вдалеке. Мы сначала думали, что же это может быть. Потом подошли к вывеске, там вывеска даже есть. Это, оказывается, школа. Детская школа. Ну, дети тут, я бы сказал, наверное, класса до третьего. Блядь, пойдем. И, короче, здесь они учатся. Типа, наверное, деревенская школа. Это только мои предположения, не могу ничего сказать, не гуглил, не смотрел. Ну вот, короче, вот так вот. Такое место тут у них классное. И когда мы проходили мимо, я тут кое-что увидел. Сейчас хочу показать такой небольшой прикольчик. Пойдем, Лень. Кто вот этот, интересно, вот в этом вагончике живет? Пойдемте посмотрим. Леди, рядом. А то там дети бегают. Может быть, ей будет интересно. Леди, рядом. Леди, рядом. Молодец. Рядом. Кто же тут живет у нас? Посмотрите. Видите, кто написан тут? Моргенштерн. Прикол. Это, оказывается, раздевалка Моргенштерна. У него реально проблемы.
Ни дамбы, ни феры. Ну, это шутка была сейчас. Так, леди, на улицу не ходи. Ой, на эту, на дорогу. Вот такой вот прикол. Вот на этом вот стоит. Блядь, пойдем. Вон туда иди. Вот так вот, короче, вот такая вот тут поляна огромадная. Слева школа. Там дети играют даже. Пойдем, блядь. Здесь футбольное поле у них. Вот так вот. Непонятно. А, и что самое главное, в конце мы сейчас туда не пойдем, потому что там и народ, и машины вон стоят. Не хочу туда идти сейчас снимать, потому что по большому счету это нельзя делать у нас. Короче, там в конце есть такой небольшой у них хоздвор. То есть там овечки мы видели, куры, утки. В принципе, есть свое у них хозяйство. То есть, наверное, скорее всего, я так подумал, какая-то община. Сейчас я вам покажу, как на немецких детских полях делают разметку. Пойдемте вперед, посмотрим. Я когда увидел, мне было, честно говоря, смешно. Пойдем здесь. Вон к тем воротам. Вот такие ворота мы тоже пацанами, когда были с алагами, строили. Ну, не из таких, конечно, стройматериала, не из такого, а простые деревья валили. И это, из бревен, из таких тонких делали. Вот, короче, вот такая разметка, но это очень смешная разметка. Это, короче, я не знаю, кто это копал. Более криво, по-моему, невозможно выкопать. Вот так вот. Ну, такие вещи, да, иногда попадаются, прям, ну, очень смешные. Блять, пойдем вперед. Пойдем, пойдем. Вот она ходит, нюхает и нюхает, как, не знаю кто, нюхач. Вынюхивает все. Зато живая хоть собака. Восстанавливается, слава богу. Я думаю, все будет хорошо. Так, идем дальше, посмотрим, что на другой полянке там происходит. Может, еще что-то поснимаю. Честно говоря, за эти дни была такая плохая погода, что даже невозможно было выходить снимать. Придется делать одно видео из того, что есть. Действительно. Блять, пойдем. Тут очень грязно, мокро. Я тут не пройду, я сейчас застряну. Все, пойдем, пойдем дальше. Короче, ушли с того места, а здесь солнышко светит, сразу так теплее, уютней, но ветер, не знаю, слышно сейчас будет, нет, наверное, опять слышно будет, что ветер дует. Леди, пойдем, нет, ничего там не жри только, насчет этого реально боюсь, потому что на днях ходили вот здесь недалеко и нашел такое свернутая в полиэтиленовом пакете еда с чем-то вперемешку, с такими, с какими-то белыми крупинками, не знаю, что это было, но я, короче, схватил это и убрал в мусорку, потому что это 100% что-то отравленное. Ну, люди же разные бывают, да, я уже говорил это, что бывают такие вещи, выкидывают какую-нибудь отраву, чтоб собак не выгуливали. О, дети поют, ходят. Прикольно. Сегодня мы с музыкой. О, сейчас солнце классно. Ледьке тоже хорошо на солнышке. Да, леди? Что ты ищешь там? Опа, это кто так кричит? Это ворона так? Да ну. Такой
такое ощущение. А, нет. Какая-то птица вон. Я не знаю, что сейчас будет на камере. Нет, ничего не будет, походу. Ничего не видно будет. Но кричал так, как будто индюк. Или индюшка. Дети орут, поют. Так, подожди, назад. Назад отойди. Отойди назад. Ой, хорошая, какая пушистая. Пару раз вот тут под дождем походила. Из-за воды, из-за дождя. Ой, будь здорова. Такая мягкая стала. Как будто маленький щеночек. Да, леди? Ну, ты и так еще маленькая. Пойдем давай. Куда я маленькая? Пойдем, гуляй, гуляй. Иди вперед. Вот. Ну, хорошо здесь, хоть тепло. А то гулять тоже замечаешь сразу, когда холодрыга, а она тоже гуляет так, нехотя. Хотя зимой, конечно, носилась как угорелая. А сейчас вот немножко по-другому. Дождь, если все, она не хочет. Хочет домой сразу или к машине, смотря как гуляет. Вот мы перешли на другую сторону. Здесь прикол такой есть. Сначала я не понял, что это такое. Такие вот колышки. И вот такая вот утоптанная земля. Издалека я подумал, может быть, кто-то из соседних домов себе грядки сделал. А это, оказывается, там вот школа какая-то тоже, опять же. На одном квадратном там километре. Две школы, один садик, или два даже садика здесь. Ну, короче, это, я так думаю, беговые дорожки. Короче, бегают они, что ли, здесь? Не знаю, сколько тут. 50 метров. Непонятно. Или же все-таки версия с грядками правдоподобнее. Леди, пойдем. Вот не знаю. До сих пор еще не понял это до конца. Вот так вот, короче, выглядит все это. Вот, но тут была игровая площадка такая. Никому не принадлежавшая городу. Вы сами видите, что из этого осталось тут. Пару кусков железа. Эй, пойдем. И вот такое вот развалино. Ну и везде, как я уже снимал в других видео, вот такие вот чудесные пейзажи. С упаковками, с бутылками. Мы приехали сюда в 2001 году, в конце, ну можно сказать 2002. Тут было намного все чище. И как-то шеф мне сказал, да у нас тут так чисто. Ну типа сказал, вот там, у вас там в России там намного грязнее. Я говорю, слушай, если бы у нас в России бы такие бы деньги платили бы за то, что убирают на улице, как у вас, у нас бы вообще бы все блестело бы. Ну и он сразу такой, опа, и замолчал. Так, посмотрим, леди сейчас запрыгнет туда или нет. Я думаю, нет. Леди, рядом, леди, рядом. Наверх, наверх. Ха-ха-ха-ха. Наверх, наверх. Ага. Неужели? Не-не, не запрыгнешь-то. Это, во-первых, слишком гладкая поверхность такая. Очень. Леди, наверх, наверх. Не, бесполезно. Пойдем сюда запрыгнем. Иди сюда. О, тут мусор вообще кошмар. Ну вот что это? Ё-моё. Вот это кадр получился. Германия 2021. А вон там уже живут люди. Вот. Нормально. Хороший. Не дешевый район. Пойдем, леди. Не какое-то гетто, блин. Все, леди, пойдем отсюда. Здесь очень много стекла. Иди сюда. Иди сюда. Прошли это стеклянное побоище. Ну реально, прямо все усыпано в стекле. Не хотел, чтобы она поранилась. Там лапу может порезать, конечно. Она это даже не почувствует. У нее болевой порог очень маленький. Или как сказать, низкий, маленький. Далее, прикинь,
Какая тут... Какой тут бардак. Ну, а что поделать? Вот так вот сейчас, к сожалению, у нас... Ой, пойдем сюда. Так, сейчас мы здесь пройдем. А то я буду снимать и наступлю куда-нибудь точно в грязищу. Ну вот, вернулся, короче, к машине, надел шапку и выглянуло солнце. Сейчас больше чем уверен, пойду шапку сниму, пойдет опять дождь или снег. Что нашла? Скорее всего расцвело. И вот этого бардака бы под деревьями не видно было. А самое главное то, что реально для всех этих мест есть люди, которые за это деньги получают, убираются. Вот здесь вот более-менее выглядит, потому что эта территория принадлежит к садику, который находится вот здесь вот слева. Соответственно, сразу видно, что люди, наверное, выходят с утра, чуть-чуть уберутся. Пойдем сюда. Иди, вверх. Вниз. Леди, вверх. Молодец. Попрыгушка. Пойдем вниз. Пойдем, здесь пройдем. Идем туда, вперед. Вперед, иди. Вон туда, вперед. Когда с камерой говорю ей, она иногда смотрит на эту руку, в которой я держу телефон. А другой показывает, допустим, туда иди. Она на нее может не обратить внимания даже. Дурында. Пойдем, леди. Ну-ка, пойдем посмотрим, здесь цветочки, по-моему, растут. Леди, ищи цветочки. Леди, а где заяц? Заяц где? Леди, где заяц? Ищи, ищи. Ищи зайца. А, это чисто прикол. Какой заяц? Скажи, хозяин, какой заяц? Пойдем цветочки посмотрим. Здесь где-то они были. О! Вот они, цветочки. Вот такие вот. Что это за цветочки? Пойдем. Гуляй, гуляй. Ну вот, еще засниму немного дома. Хотел ей почистить зубы и показать, как мы это делаем, что мы для этого применяем. Ой, как хорошо. О, как надо чистить зубы. Подожди, подожди, подожди. Молодец. 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 Ой, молодец какая. Подожди, подожди, подожди. Здесь вот. Стой, стой, стой. Вот здесь. Да, ты. Голливудская улыбка. Давай. Стой. А. Вот. Вот она. Вот она. Вот она. Вот. Так, чуть-чуть, да? Так, теперь что? Еще добьем. Дентал. Да? Ну да, да. Это что ты любишь, да. Пулевая чистка. Можно. Так, аккуратно взял.
Можно. Можно. Вот здесь можно. Можно. Все, тупим, да? Вот это, кстати, можно? Да. Все равно дело там не надо. Тебе с этой стороны удобнее брать? Можно. Все, хватит. Леди грызет косточку вкусную. Это кость, прессованная кожа говядины и свернутая в такую вот форму кости. Дай, Леди, дай. Кстати, кто может так забрать у собаки кость, ставьте лайк. На. Вот такая вкуснятина, да, Леди? Вкуснятина? Работают челюсти, все зубы. И уши даже работают в этот момент. Приятного аппетита, Леди. Молодец, грызун. Ну и в принципе буду на этом заканчивать. Хочется, конечно, уже в нормальное место куда-то вырваться по хорошей погоде, но пока, к сожалению, не получается никуда. Да, Леди? Все, Леди, говори всем пока. Леди, сидеть. Нет, не лежать, сидеть. Сидеть. Слушай. Да, молодец. Всем пока, всем хорошего настроения. Вот так выглядит собака, когда она пришла с прогулки и хочет поспать, полежать. Леди, ты живая? Леди, ты живая? Все нормально? Нормально. Ой, блин, кошмар. Вот собака-балабака.